Самая большая мечеть Европы распахнула двери для первой пятничной молитвы. Новый храм построили в чеченском городе Шали, что в 30 километрах от Грозного. Над уникальным проектом, которому нет аналогов в мире, работали архитекторы из Узбекистана. Высота минаретов мечети 63 метра. Не меньше работы проделано по внутренней отделке. Купола украшены орнаментом разных цветов. Многие декорации выполнены вручную. Композиции из цветного мрамора и роспись золота под куполом. Главное украшение храма – люстра, изготовленная по спецзаказу в Турции. Весит она почти 3 тонны, рост 8 метров, 395 светильников, каждый из которых украшен золотом и камнями Сваровски. Белого мрамора, запасы которого ограничены в мире, достаточно в мечети. Редкий камень ценится тем, что отражает свет и дает прохладу в жарких климатических условиях. Гордость мусульман возводили 7 лет. Только в прошлом году в республике построили 36 мечетей. Всего их больше 1000. Чтобы увидеть новую святыню, приехали тысячи мусульман. Гости из Ближнего Востока, Узбекистана и Марокко. С открытием мечети жители республики поздравил Владимир Путин. Телеграмму зачитал полпред на Северном Кавказе Александр Матовников. Сюрпризом для верующих стало эмоциональное выступление Рамзана Кадырова. Я безгранично благодарен Аллаху за возможность объявить, что эта мечеть названа именем нашего любимого пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Храм как отдельное земное царство. На площади 5 гектаров есть своя парковая зона с 12 фонтанами, высажены около 2000 деревьев и настоящая долина роз, любимые цветы пророка. Не хватает только пения птиц райских. Только мы начали интересоваться особенностями самой мечети, нам указали на простого, скромного человека, идущего по дороге к святыне. Им оказался Сираждин Рахматуллаев, народный мастер Узбекистана, специалист резьбы по дереву. Дело в том, что у мечети имени пророка, мир ему и милость Аллаха, особенные двери. Сираждин и его помощники делали их целых 2 года. Ну, эта дверь, сначала я нашел вот орех для, специально вот на эту монументальную дверь. По частям я это собирал, вот это все. Орнамент. Растительный орнамент. Вот первый слой вот наверх растет. Наверх. Специально вот на монументальной двери вот такие большие цветочек, вот маленький цветочек. Вот это все поставили, потому что около 10-5 метров, чтобы видно было. Крупным орнаментом я начал вот это все сделать. Например, первый слой вот это читается, второй слой у меня.